с наступающим Новым годом! Друзья, всем привет! Сегодня второй день, как мы работаем на промо-стойке, и сегодня мы решили поработать креативно. Я сегодня Снегурочка, и у меня вот такой помощник Дед Мороз. Это ты помощница Деда Мороза. Я помощница Деда Мороза. Потому что Дед Мороз, что у тебя в этом стаканчике? Лотерея. У нас лотерея. Мы будем предлагать людям поучаствовать в лотерее и приобрести вот такие замечательные готовые подарочки, упакованные, недорогие и очень, друзья, качественные. Дарим хорошее настроение, позитив, а потом обязательно поделимся с вами результатом. Наступающим Новым годом. Приходите за подарками. Нравится? О, нет, отдайте нам тогда визитку. Сестя, не натяй, тебе не трогай, не трогай. Деда Мороза новый прикид. Хорошо, хорошо. Очень классно. Смотри, какой красивый. Лотерея беспроигрышная. Подходите. От Деда Мороза. От Деда Мороза хотите лотерею? Нет, ну сейчас я возьму у тебя. Там скидочки на замечательные подарки. Приходите к нам за подарками. Дед Мороз деткам елочку принес. Она не фонарики, золотые шарики. Она не фонарики, золотые шарики. Вовсе ароматные и конфеты мятные. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. А у нас подарки надо продавать. А то останемся без денег. Добавим. Денег будет куча. Хурма? Меня не будет. Давай. А ты у меня хурму? Какой ты красивый. Ты Дедушка Мороз? Ну я вижу, смотрю, вообще клевый. И Снегурочка у тебя красивая. Ладно, а там надо прочитать, да? Там у вас будет подарок какой-то на 5%. Вот, 5% у вас на подарки. Они дорогие, 300 рублей максимум. Уже упакованы. Вот 150 рублей. А мы вам гель? Сейчас я у вас куплю. Дайте мне что-нибудь для бани тогда. Вот, для бани это гель не скраб? Для души. Нет, это гели для душа. А что еще есть? Есть лосьоны для тела. Есть вот такой шампунь с бальзамом, он даже стоит. Нет, шампунь я такой, я не вообще шампунь. Уберите гель. Пользуюсь. А это что? Это у нас шампунь и гель. Ой, нет, это гель и кондиционер. Очень классно. Они а это бальзам для тела, бальзам, да? Да. Что у нас? Они натуральные. По 300 рублей все. Одна 300, да? Берите любой. Значит, это гель? Да. Для он с ароматом Живанши крема нанго, да? Ну ладно, все. С парфюмом. Спасибо вам большое. Давайте мы вам только раскроем. В форме конфетки, смотрите, с этими. Давайте 112 возьмите. 112. Угу. Все, спасибо. Расскажи, что там своим. Давай. Влад, первая продажа твоя. Ура, первая продажа. Ура, первая продажа. Ой, Деду Морозику, смотри. Ой, что принесли. Что надо сказать, тетя? Нет, ничего, нормально. У нас-то голова. Ой, спасибо. Откуда ты знаешь, что я так семечки люблю? А мне просто не разрешают только грызть-то. Ругаются. А Влад, Влад, спасибо. Дорогие друзья, я хочу рассказать вам притчу. Для того, чтобы мы правильно загадывали желания и правильно говорили свои мечты и вообще ругались правильно. Заходит в троллейбус мужчина и бубнит себе под нос. Жизнь не удалась, начальник вообще ужас, жена сварливая, соседки ужасные. Все не так, жизнь не конфетка, зарплату не платят, машина сломана, вообще все плохо. А за его спиной стоит ангел-хранитель и говорит:
Ну вот, опять каждый день одно и то же. Придется выполнять. Поэтому желаем все самое лучшее, светлое, радужное, большое, оптимистичное, счастливое. Всем любви. Загадывайте желания правильно. Ангел-хранитель все слышит. С наступающим Новым годом всех, с наступающим счастьем. Всем привет. Народ, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам в этом новом году побольше позитива. Улыбайтесь. Вон, вашу улыбку тоже люди будут встречать с улыбкой. Это уже проверено неоднократно. Вот, уныния в нашей жизни и так хватает. В общем, все у вас будет хорошо. Вот, это я вам точно говорю, потому что я узнавала, там подтвердили. Вот, всего вам самого хорошего, мира вашим семьям, добра, благополучия, верных друзей. Вот, ну и пусть ваши желания сбываются, посылайте запрос во Вселенную, она нас слышит, она нас понимает. С наступающим! Смотри! Ты сколько заработала? 400! 400 заработала? 100 плюс 100 будет 400! 100 плюс 100 сколько будет? 200 плюс... 200 плюс 400! Во, вот это правильно! Одна 100! Вторая 100! Третье 100. Четвертое 100. Вот все наши деньги. Я предлагаю лотерею, и все люди покупают. Мы заработаем на это 400 рублей. Ого, молодец. А где твоя лотерея? Вот они. Ага. И там что на них написано, на этих бумажках? Разные подарки, скидки? Да, скидки, денежки там. А ты Дед Мороз какой? А Снегурочка? Классный нос! А Снегурочка предлагает вот такие замечательные подарки. Снегурка? Для дома, для семьи, для себя, для мужа, для сестры, для брата, в общем, для всех. Даже не для знакомцев. Дед Морозик, привет! Привет! Снегурочка, привет! Привет! С наступающим Новым годом! Спасибо, Деда Мороза! Подарки следующего блага. Скидки на вот такие замечательные подарки. 10%. Ого, как вам повезло! У всех 2, 3, 5, а у вас 10. Еле для души, возьмем для тела. Здравствуйте! С наступающим! Они, кстати, знаете, с ароматом духов. Не просто такая душевная. О, смотрите, тоже да. Какие подарки уже готовы. Да, молодцы какие. Тоже. Все подготовили. Ну, все, с наступающим тебя знаем. Идем. Еще вон сколько будет года. А вот, кстати, картинка. С наступающим Новым годом. Ну, ладно. Просто посмотри. Здравствуйте. Здравствуйте. Пробежь на 10%.
везет. Нет, правда, сейчас там 2-3%, а он 10. У нас тут, видите, вот готовый денег для душа. Они натуральные, без парабенов, без красителей. 300 рублей. Вам на 10% дешевле. Вот такие ароматизаторы воздуха, они с ароматами духов. Есть мужские, есть женские. Смотрели? Да. Вот вообще классная вещь. У нас уже месяц в машине пахнет. Есть шампунь-кондиционер с талисманчиком новогодним. Очень классная серия. Бальзам для тела есть. Они тоже все с ароматами духов. И есть духи. У нас внизу стоечка стоит, компания «Армей». У них сырье французское, да, развивается в России. Потом еще все это по 1000. Ну, как бы духи не каждый будет никогда брать, а вот так. Вы можете, кстати, и на духи. Угу. 150 рублей. Вот, если мужской, у вас жену бы хотите? 150 это аллюрфорд. Да, конечно. Ну тогда лучше 0,10. Ну что, если он будет садиться, там будет так. Вам тогда за 130 рублей. Владик, Дед Мороз, у тебя продажа. Дед Морозик. Здравствуйте, давайте с вами протестируем аромат, какие духи вы любите. Компания «Армель» не так давно появилась на рынке. Это эквивалент брендов, те, которые вы видите в магазине на прилавке, да, и которые стоят в разы дороже. То есть наши духи произведены, эссенция наших духов произведена во Франции, то есть можете посмотреть, здесь парфюмирование 20%. То есть это именно духи, не туалетная вода. Стойкость здесь более 8 часов. То есть с утра вы нанесли, и на рабочий день вам этого будет достаточно. Вот. В течение дня даже можно не обновлять аромат. Будет держаться. Какие мужские у вас духи есть? Мужские у нас есть, пожалуйста. У нас есть и Versace, Hugo Boss. То есть эквивалент, опять же, тех же самых ароматов, которые видите на полках магазина. Можно послушать Hugo Boss? Да, конечно. Давайте послушаем сначала его на блотере. Здесь он достаточно хорошо уже раскрылся. Руки заняты. На запястье нанесем? Да. Угу, отлично. Так, у нас 002. Это номерная парфюмерия. То есть она у нас идет не по названиям, а именно по номерам. Давайте я нанесу вам на запястье. Ну да, да. Сразу не слушайте аромат и не растирайте его. Пусть он согреется на вашей коже. Вот, его можно будет послушать минут, секунд через 10. Полностью он раскроется где-то примерно минут через 40. То есть в течение дня вы можете им наслаждаться, привыкать к нему и посмотреть, подходит он вам или нет. Вообще рекомендуется два аромата, то есть на одно запястье один аромат, на другой, соответственно, другой. И слушать их по очереди, какой вам больше понравится, какой вам больше подойдет. Они у нас все упакованы в таких красивых флакончиках. Разливается и упаковывается парфюмерия в России. Вот, на российском заводе в городе Электрогорск. Отстаивается парфюмерия и потом только поступает к нам уже. А какие еще у вас ароматы имеются? У нас есть... Жене, например, подобрать что-то? Жене, пожалуйста. Может быть, какой-то из этих ароматов. Шанель. Вот. Шанель. Какой Шанель? Просто их здесь несколько. Вот какой Мадемуазель есть? Есть Шанель Тендер. Шанель Шанс, да, конечно. Давайте на блотере тоже его послушаем. Послушайте, достаточно хорошо раскрылся. 104? Да, номер 104 у нас идет. Под номером 104. Да, вон запах. Да, похоже. Этот, да? Отлично. Сколько стоит? Стоимость наших духов всего 1500. А что, это подделка какая-то? Нет, это не подделка. Разница в цене, чем объяснять? Во-первых, вы не платите за фирменную упаковку производитель, вы не платите за
аренду магазина, вы не платите зарплату продавцам, уборщицам, поставщикам. Вот. То есть к нам парфюмерия поступает непосредственно с завода. Mm-hmm. Вот. То есть мы покупаем сразу с завода и сами ее реализуем. А сколько вообще наименований тут? Наименований, смотрите, да, их более 30. Получается, все знакомые бренды, да? Все знакомые, самые известные бренды. Ну вот Chanel Chance я за 3,5 же не покупал. Ну, видите, это магазин, да? Сейчас еще 50% распродаж новогодней было. Ну, это магазин, понимаете, там всем зарплату надо заплатить. Надо заплатить за аренду. Вот. Опять же, доставка ароматов. Тут и складывается вся стоимость. Мы, к счастью, минуем все эти неудобства. Здорово. А поэтому могли бы сдать тоже блотер, вот этот, бумажечку, чтобы жене дать понюхать ее? Да, конечно. И контактный телефон какой-то? Да, конечно. Давайте я вам этот аромат нанесу на визитку. Вот. Этот аромат, кстати, привлекает деньги. Ну вот, поэтому можете положить ее в кошелечек, чтобы ваши денежки размножались, преувеличивались и были пропитаны любимым ароматом вашей супруги. Пожалуйста. Все, спасибо большое. И вам спасибо. Будем рады. Спасибо и вас наступающим. Будем рады вас видеть. Держу тебе подарок. Ну, как дела? Скажи, Дед Мороз, как тебе понравилось работать? Очень. Очень? И мама мне купила вот что. Сам заработал? Как-то. Да. Я сам заработал. На робота, да? Да. Что хочется сказать? Наш рабочий день завершается. Прошел он очень плодотворно, очень весело. Встречаемся с различной реакцией людей. Есть недоверие, есть люди вообще проходят, молчат. А есть те, кто приходит, например, покупает ароматизатор и возвращается еще за 2-3 и в перспективе покупает еще и ароматы. Есть кто купил аромат и через 10 минут пришел еще за одним. Поэтому, друзья, бренд Армель скоро станет очень популярным. Мы заработали сегодня хорошо. Самое главное, мы результативно поработали, подняли настроение себе, подняли настроение другим, чего и вам желаем с наступающим Новым годом. Всем до связи, с вами была Олеся Селезнева. Продолжение следует. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.